Пешеходным экскурсиям, то есть мы посетим два острова, это Желтухина и Рикарда. Поэтому возьмите то, что вам необходимо. Котики. Самих морских котиков не видно вообще, только можно увидеть такие черные точки, это их головки, возможно, вы заметите. Вот там, видите? К сожалению, мы их тут совершенно не увидели. Это немножко расстроено, зато очень красиво. Мы прибыли на этот остров, вон там катера, они приедут за нами через 2 часа, сейчас на 20 минут просто. Но пойдем на какую-то смотровую площадку, а потом можно выбрать, остаться тут на пляже или пойти вокруг острова. Я не знаю пока что выбрать, наверное, останусь тут. Также валяются ракушки, я даже нашла вот такую вот крабку-лапу, вот такую. Ну, шкурку, наверное, отнять. Вот, даже есть часть ракушек разные. Тут в море куча этих вот морских ежей. Тут даже есть от них эти, типа, не знаю. Сейчас я покажу, там вроде валяется. Вот даже такие еще гигантские есть от ракушек части. Это круто вообще. Но крабку лапу я точно... Крабку лапу я точно... О, господи. Лапку краба я точно заберу. Вот. Ой, я тоже чего-то купила. Вот еще такие такие-то. Это, наверное, тоже морские ежи. Хотя нет, что-то другое. Да, это морские ежи. Не, морские ежи по-другому выглядят. Вроде тут есть. Вот. Вот. Еще вот тут что-то лежит. Вау. Круто. Короче, пойду искать что-нибудь прикольное. Я обещался подруге бабушке привезти что-нибудь. Я же пойду искать. Что привезти? Какие-нибудь ракушки и, может, даже возьму то. Эти вот штуковины. Зиблок называется. Прикольно. Так много всего можно найти. Теперь возьму пока что вот это. Паук, правда, даже есть. Вот, отлично. Вот сам остров. Он гигантский. Дай тебе вот эту ракушку. Какую? Шо? Какую ракушку, подожди? Вот эту вот. А за что? Вот а, нет, тогда не согласна. Ракушка красивая, большая, конечно, не. Лапка краба красивее и лучше. Короче, я сейчас пойду еще поискать, что-то есть. Он вот что-то, например, стоит. Просто тут еще есть всякие части ракушек. Это прикольно очень. Вот, например. Сейчас, наверное, пойду туда. О, смотрите, что тут. Какая тут куча краб. Эти вот ежей морских. Капец. Скажите, круто. Даже тут еще меня удивило тоже, ну, как бы, тут, смотрите, какая прикольная ракушка. Еще меня сам удивило, так это вот. Тут целая просто раковина. Вот даже открывается. Федя, смотри, что у меня есть. Раковина целая, она даже открывается и закрывается. Не знаю. О, за краба. Ну, Федя, ну как-то... Ну, могу тебе это бесплатно отдать, вот. Угу. Она открывается и закрывается. Правда, наверное, почисти немножко, помыть лучше. Так. Тут еще есть часть от морских ежей. Федя, смотри, тут еще одна крабка лап. Это лапка, господи, Серёга, путаешь, хочешь? Тут еще одна лапка краба, Федь, будешь забирать? Я вот тут нашла, держи. Спасибо. Ты что, настоящая? Да. Серёга, путаешь, как правильно говорить, Серёга, как-то запутаешь. Хотя вроде легко, лапка краба.
О, тут еще. Посмотри, тут еще есть часть. Это тоже от краба. Нифига себе. Вот видно, по крабу даже водится. Интересно, мы сможем встретить живого? Как думаете? Мне кажется, вряд ли мы живого, конечно, встретим. Все равно круто. Он может хоть часами ходить изучать все, забирать ракушки. Тут еще какое-то странное. Смотри, тут еще есть ракушки. О, смотрите, какая прикольная. Наверное, ее брать не буду, она мне не очень нравится, хотя она очень прикольная. Вот, это прикольная часть ракушки. Красивая. Вот, тут еще есть часть ракушки. Жалко, что они тут все почти что развалились. Ну, сейчас еще посмотрим, что есть. Короче, вот еще какие-то части чего-то. Ну, ладно. Вот даже есть шина. Так, ну, посмотрите, просто еще поесть. Там даже вот палатки есть, там тут еще. Да просто уже видно. О, вот еще есть. Вот такая какая-то часть. Вот еще ёж еще. Тут как учить ежей? Ладно, пока что все.